Тебе будет жестко. Вот есть такой замечательный поэт, как человек, я его не очень уважаю, но... Как поэт, еще терпит. Он ведет такой, даже поэтическое телевизионное шоу. Вот он написал хорошее стихотворение. «Меня сегодня дама посетила». Сначала источник. «И было все, но в смысле все, что было. Чай заварной, беседа, то да сё. В глазах ее черемуха плодилась. Казалось, впрочем, нет, сдалась на милость. Но тут достал я книжицу босё. Дрожание ресниц ее из стома, вздымалась грудь дыханием ведома. А интерес Хоккайдо и Хансю сперва передавался через позу, то страстную, несущую угрозу, а то совсем расслабленную всю. А я читал в порыве вдохновения, то умолкал, то падал на колени, босё и хоку преданность храня. Я бы продолжал, и длилось соло, но над моим ее вознесся голос. Когда же ты возьмешь уже меня? Теперь поводим. Как тут это? У нас тут вечер с нею было все. Вплоть до средневекового басё. Она прекрасной гейшей. Я ей поклонялся августейше. В глазах ее плодилась чепуха. Ох, плодовито, залечу, пока вздымалась грудь ее, смотрел упрямо на две высоких белых фудзиямы. Удерживал порыв свой плотский конский и перешел почти что на японский. Она сказала: «Хватит, Ахансин, меня ты хочешь?» Я сказал: «Хочу». Красе она нехила, смотри, не сделай милой харахири. Я задымился, как вулкан Хоккайдо, был готов для полного инсайда. Спросил с ногой, да много ли проку, предпочитаешь боку или хоку? И вижу, дорога противной танки, лишь камасутра и плевать на танки.